Привет, друзья! А у нас готовятся вот такие подарки на 8 марта, на Пасху. Это кухонные полотенца, вафельное полотно с питерскими котами. Ну, на Пасху здесь понятно, что цыплята, кулич, яйца. Так, и подушки. Подушки такие вот кайфовые. А здесь получается размер 50 на 36, это именно вот спального места. Плюс люблю вот такие вот ушки всегда делать. С обратной стороны мягкий шикарный флис 300 грамм плотный, то есть перевернуть подушку можно прекрасно, разместиться головой, лицом, будет мягенько и комфортно. Либо самому, либо со своим любимым другом. Таких три расцветочки. Подушек буквально 6 штучек всего будет. Поэтому подумайте. Стоимость подушки 1000 рублей. Здесь ткань рогожка. Плотненькая. Ну, изнанка флис 300 грамм. Наполнитель там шарики силиконовые. Полотенчики по 250 рублей. Пишите, звоните, организую.